Когда день рождения меня так говорит. Я серьезно говорю. Ну это. Не ну это. Такое, знаешь, Четвертый. Между четвертой середина. Тогда значит, она такая точка. Там точно, да. Что-то между четвертым, я не помню, четвертая грудина, четвертая грудина, три. Неприятная эта точка, честно говоря. Раз. Повыше, повыше. Вот не здесь, кстати, а вот как-то так. Вот, а мы первый раз под грудиной, да. Нет, не под грудиной. Не под грудиной. Очень неприятно. О, вот здесь неприятно. Под грудиной приятно. Раз. Вот это утром она сказала, да? Да, утром первая точка. Для чего? Активизация. Чтобы красиво было. Танцом, да. Зачем? Бронхит. Проблемы связаны даже с сердцем. Тоже, если мы тебе груди болят, воздухе, плохо почувствую, все такое место. Все это вам помогает. Понимаете? Вот я там приступу стенокардии говорила, как давит. Стенокардия. Да. Да, тоже. Это она один вид. Это многие виды заболевания. Все помогают. Да, сердце. Все помогает. Со временем. Потом сам. Ну, да, через неделю. Через неделю. Мне надо вот как-то от этой вот она. Больно. На один цунь от. Не на один цунь, а это груди. Лейку. Это середина. Ну, короче, середина. Вот ты вот углубление. Да. Пошли, и вот она сразу. Да. Да. Я сделал себе. Ты слышал, он сказал, что он не знает. А вот тут что значит? Знаете, как